Люди с этим именем умеют обращаться с деньгами. Буква «Не» в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Владельцы этого имени всегда готовы помочь, но иногда бывают капризны. Этим людям можно верить, они верны своему слову. Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Эти люди особенные, так как находятся под управлением планеты Прозерпины. Эта планета очень сильная и эффективная. В Древнем Риме считалось, что Прозерпина – очень властная и сильная богиня. Она ассоциировалась с плодородием, успехом и процветанием. У римлян эта богиня управляла подземным царством. Очень часто человек с буквой «Р» в имени бывает резок и невоздержан в высказываниях. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Данное имя связывает с красотой, парадностью и в то же время замкнутостью и ограниченностью из-за звука «Д». И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Обычно эти личности очень амбициозны, энергичны, инициативны, активны. Этому человеку трудно подниматься по служебной лестнице, и поэтому он порой ищет возможность реализоваться в свободном творчестве. Мировоззрение родителей или домашнего уклада может ограничить их мышление и так прочно пустить корни в сознание этих людей, что в другом взгляде на жизнь у них может попросту отпасть надобность. Эти люди замечают мистические знаки очень просто. Иногда им достаточно посмотреть на циферблат часов или номер едущей рядом машины. Значение буквы «О» сообщает обладателю имени развитую интуицию, способность испытывать глубокие чувства, а также ставить перед собой четкие цели и добиваться их. Размышление, обдумывание перед началом дела, ориентация на семью, готовность помочь, иногда капризность – вот истина этого имени. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.